Перенесемся в 2019 год. В этот день в краевой больнице имени Вагнера открылся храм-часовня. Она разместилась на первом этаже стационара на Ломоносова, 102. Для священнослужителей, врачей и пациентов это событие оказалось знаковым. Ведь сюда они могли прийти в минуты своих переживаний. В этот день, в 2020 году, в Березняках, как и в целом по краю, районные администрации начали проверки магазинов, торговых центров и ресторанов на соблюдение карантина. До 5 апреля должны были прекратить работу почти все торговые и сервисные заведения. В случае несоблюдения запрета им грозили серьезные штрафы. Наша съемочная группа тоже прошлась по ТЦ и обнаружила большинство магазинов работающими. 29 марта, ровно год назад, в поселке Северный Губахинского городского округа случилось ЧП. В знаменитом 15-м доме по улице Мира, который много лет является местной достопримечательностью из-за башни с часами, произошел порыв трубы горячего водоснабжения. В итоге старые деревянные перекрытия чердака над третьим подъездом не выдержали и упали прямо на лестничный пролет. Как люди вообще жили в этом доме, непонятно, ведь даже просто находиться в нем было жутко. После случившегося жильцам пришлось самостоятельно отключать отопление, предотвращать порыв, а после прибираться в подъезде.